Одна из главных проблем, которую придется решать новому министру спорта – последствия допингового скандала. По фактам нарушения правил приема препаратов в России возбуждено уголовное дело. Как заявила сегодня представитель СКР Светлана Петренко, допрошено уже более 50 спортивных чиновников, атлетов, тренеров и сотрудников РУСАДА. В их кабинетах проведены осмотры. Российская сторона, подчеркнула Петренко, открыта для сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством, с другими международными организациями и компаниями. У корпорации «Берлингер», изготовителя тары для допинг-проб, запрошены сведения и документы, касающиеся их хранения и вскрытия. Следствием с помощью экспертных исследований будет проверена информация ВАДА о возможности вскрытия указанной тары и умышленного изменения плотности в биопробах спортсменов.